Доказано, что исправно работающее освещение улучшает качество жизни и комфортность проживания. Жители при налаженном уличном освещении чувствуют себя в большей безопасности. Уменьшается число ДТП. Специалистами проводились определенные исследования, даже эксперименты, по определению именно взаимосвязи между аварийностью на дорогах и наружным уличным освещением. На практике было установлено, что за счет именно более высокого уровня уличного освещения можно уменьшить общее количество ДТП на 30%. По статистике, количество жалоб на плохое освещение стоит на втором месте среди всех поступающих на портал «Добродел». Всего порядка 20 тысяч обращений поступило за минувший год. Сотрудники Госатомтехнадзора провели в осенне-зимний период масштабную операцию под названием «Свет», проверяя различные участки дорог, дворов и улиц на предмет освещенности. В нашем районе тоже велась такая работа. Инспекторы не раз выезжали по жалобам жителей. По итогам 2016 года было выявлено и устранено инспекторами Госатомтехнадзора 1200 нарушений в состоянии именно наружного освещения. Сумма назначенных штрафов составила 7,7 миллионов рублей. Многие нарушения были исправлены. К примеру, было заменено или отремонтировано более 4500 уличных светильников по области. Кроме того, были проверены и автомобильные дороги Подмосковья. В этом году планируется установить свыше 17 тысяч новых точек освещения вдоль дорог и улиц региона. Также пройдут работы по модернизации уже имеющегося наружного освещения. Старые лампы заменят на энергосберегающие, что позволит значительно сэкономить потребление электроэнергии.